8 июля, гость номера дядя Витя. Все его ждали, его прихода. Без него никак. Дядя Витя! Дядя Витя! Добрый вечер. Как вам кажется, дядя Витя? Аллилуйя! Мир всем странникам и семейникам. Камышкам. Да, Коди, это там все. Сколько вы продаете камышей в год? Мы пока только на чем? Смотрите, как он разрушился. Вот наши христиане. О. Так. Саша сидит. Тимофей сидит. Тимофей медитирует на огонь. Роман Малыш приехал, кушает христианского общения. Будут песни. Вот это, Алёша, как тебя? Здоровье, хорошо? Да, хорошо. Камыш! Хорошо. Вон, кого-то там потеряли. Малышки в кустах. Максим стоит. А тут это компания Камыш Камыш. Мне Камыш, мне Камыш. Ты уже вон сколько? Кому почернее, кому темнее. Это моя куртка. Да. Вот, Сергей Павлович. Я президент Путин. Давай. Строительный ответ. Держи. А ты ее знаешь? Ну, как знаю. Не все надо. Сережа сеет. Нет, это Путин. Это Путин. Тарасик, смотри, не задымись там. Кирилл, пока повинься туда. Купите, дайте мне камыш. Не знаю, тоже ножку камыш. Где? Двойной камыш. Да успокойте их, наверное, как-то. Не продается. Давай. Двойной не продается. Так, кто будет разговаривать, будет сидеть вот на штрафной скамейке. У всех есть камыши. Все могут петь. Садись. О, да, все могут петь. Да. Да. Так, ну мы начнем. Да, тихо. С песни на стихи Игната Тихоновича «Строительный ответ». Ну-ка так, Ксюша. Яко возглашает премудрость в уме, то, значит, распрямитесь, станьте прямо. Не в дремоте, как боевые кони, готовы в бой через брустверные ямы. Все меры жадности скривила чина, под две ноги у продавца в суме. Уменьшили длину по своему маршину, напишут три в плота и один в уме. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелие. Вот единственный ответ Евангелие. Вот единственный ответ. Но никому и никогда не снилось уменьшить тяготение земли. Таков закон зиждителя ломилась, ответ на все, чтоб выверить могли. И нашу жизнь стояние пред Богом, и люди грешные под нынешний момент. Не дохлая мораль, не поэтичный слоган, наклон любой ответ сведет на нет. Восстань, Россия, прямо, стояние во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелие. Вот единственный ответ Евангелие. Вот единственный ответ.
стоим ли прямо с Библией сверяйся, и не склонись под чуждое ермо. Для выгоды своей шушукают царясы, интеллигенция давно ушла в дерьмо. Пожалуйста, можно? И не давая на их поджигать. Ну вообще нет. Песня играет. А? Я президент Путин, закрываю компанию «Камышка». Ограду выправь на своем дворе. Кто не стоял по смерти, прибыл. Поставь Россия прямо, стоянием во Христе. Размолоти преграды при лживейших слове. И лучше в голове, а не пришли в кости. Вот единственный ответ. Евангелие, вот единственный ответ. На высоте не устоит подпорка, завалится лжевера без канонов. Искусство в оправдание всегдашней оговоркой. Корабль не спасти, что кверху дном утонет. Корабль не спасти, что кверху дном утонет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды при лживейшей словес. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие, вот единственный ответ. Евангелие, вот единственный ответ. Не машет. Так, дети, все встаем, чтобы все участвовали. И малый, и большой. Егор, иди пой. Иди пой со всеми. Президентский коммунист подается только здесь. Иди, Тимофей, иди к нам. Так, иди, ребята, ко всем. К костру не подходите. Вот мальчика как зовут? Дима, уйдите, вот ребят. Бревна, там только сядь. Им нравится так. Потому что костер — это опасность повышенная. Известный случай, когда обжигались. Ну, слава богу, не у нас. И серьезно очень. Ну, никогда он не убивается. Поэтому не надо туда подходить. Вика. Запрещено подходить. Вика. Где ты, Вика? Все поем. А где лайки? Лагерь старой степи, Родиной кучи. Благодаря газетам Дима Понадобится во всем мире, что больше Курочка и круче, и менее строение все шире и шире. Внешне он беден, но Бог не казит. Обшарпан дождями, прогрызен мышами, отчего же боится его? Зюганов! Лагерь стан степи, на навозной куче, что может быть круче? Кельи они обзывают курятниками, детишек, мол, всех здесь заморили постом. За лето 15 комиссия и нас брякнули все это. Высокою высится крест на тонком воздушном шести небеса. При полной загрузке 70 мест. Девчонки в платочках, а хлопчики при поясах. Лагерь стан степи, на навозной куче, что может быть круче? Утром пойдем от пяти до шести. Едва разрезу, дожди династии, успевает караси, страшные провинности, опросы и суд. Снова потаенная сетка копила, кто-то смеется, а кто-то и слезу прольет. Вика, не лежи так спиной, заболеют почки твои, еле выселившие, и сестричка пусть сядет прямо. Гоняй вот их, а то они голова там болит. Пастырь добрый.
Взять тетрадки посмотрели. Я люди в тетрадках тех, кто пишет. Мы заброшены пьесой гон, но много так много про нас, своих друзей, а богатые. Да и тоже сейчас дай пробу. Не то, но громче лагерь. Из степи на навозной куче, что может быть круче. Лагистан в степи, на навозной куче, что может быть круче? Надо изменить, а чего так боится Роспотребнадзор там? Ну и же с ними. А тут ну, столько этого выброшено. Перед обедом отчет. Да, но это знаешь, православный рэп будет. Перед обедом отчет о работе, разборке. Опять наказание, награда, очистить угроза. Она, видишь, не поется. Что за смех за столом?